Привет, друг! В этом уроке простых сложностей мы рассмотрим две полезных функции. Cardan State. Допустим, у вас есть огромная карта, и вам необходимо быстро проверить один ее кусок. Часто новички совершают одну и ту же ошибку. Они выделяют нужные браши, копируют их, создают новую карту и в нее вставляют копию. Забудьте об этом, это неправильно. В Хаммере есть специальная функция рендера и компиляции выделенной области, и называется она Cardan State. А найти ее очень просто. Вот она. Нажимаем вот эту кнопку, и вокруг нашей карты появляется красный прямоугольник. Все, что будет находиться внутри его, отрендерится в Хаммере и скомпилируется в карту. Если вы хотите изменить границы кордона, то жмите Edit Cardan Bounds. И не бойтесь, кордон ничего не удаляет, он лишь скрывает все, что за его границами. Выключив его, вы снова найдете все свои браши и entity. Давайте же взглянем, как это работает на практике. Как вы можете заметить, мы скомпилировали выделенную часть нашей карты, а вокруг нас автоматически создан Skybox. Вот так все просто. Texture Lock. Ну, это совсем простая функция. Мы можем по желанию запечатлеть текстуру на нашем браше, а можем позволить ей быть привязанной к сетке Хаммера и съезжать по брашу, когда он движется. И напоследок, возможно автоматически подогнать размер текстуры под размер браша, кликнув на Scaling Texture Lock. Вот и все. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подкиньте донат и ждите новых выпусков. До встречи!